9 апреля студентам кафедры социально-культурная деятельность, а также молодым хореографам и режиссерам Омского государственного университета имени Достоевского рассказали о Всероссийском форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Здесь показали информационные ролики о форуме и рассказали об этапах регистрации на «Тавриду». На форуме можно не только познакомиться с крутыми спикерами, известными актерами, хореографами, архитекторами и певцами, но и получить грант на реализацию собственного проекта. Об этом форуме я знала и раньше, а вот сейчас меня очень сильно заинтересовали именно волонтерские смены, потому как это возможность не просто приехать и узнать что-то новое, но и поработать, принести пользу. Юбилейная Таврида будет рекордной по продолжительности. Форум продлится почти полгода, с 11 мая по 5 октября. В крымском городе Судак на профильные смены соберутся молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры, музыканты, волонтеры, литераторы, продюсеры, художники, стендап-комики, блогеры, артисты и режиссеры.